сможет ли он повторить свой прыжок удачный, который был на высоте 2.03, там был очень хороший запас. Но вот видим, как Захар настраивается, также просит поддержку зрителей. Вот, зрители включаются. Сам себя заводит Захар. Шестом и прыгает в высоту и прекрасно. Молодец, молодец. Вот настрой у спортсмена. Мы ждали этого прыжка. Это характер, лидер, это характер, лидер, победитель наших соревнований. Уже бесспорно победитель 2.09. Он единственный, кто преодолел из спортсменов. Продемонстрировал он волевые такие качества. И, наверное, сейчас будет штурмовать свой личный рекорд. Сейчас закажет, наверное, рекордную высоту 2.11, ну, может быть, 2.12, будет продолжать по 3 сантиметра. Ну, а у нас все готово к проведению финального забега на 800 метров у юношей.